мой обед. Продолжаем наш день. Всем привет, кто не знает, меня зовут Оксана, я живу в Испании. Город, страна солнца, иногда дождей. Ну, опять не вся страна, а некоторая часть, в общем, вы поняли, да? Со сметанкой, с щи, доесть надо, все, последнее, больше нет. Пирожок вчера испекла, и вот с таким вот, кстати, рецепт на канале. Пробуйте, делайте, он нереально вкусный. Буду есть вот с таким соусом из Икеи, хреновый соус. И заварила себе вот этот чай, который вот очищающий там все дела, способствует пищеварению. Вот, ну, естественно, добавлю шиповник. А как без него? Ну, в общем, все это надо делать двумя руками. Всем приятнейшего аппетита. А с чаем буду вот такой панеттоне. Написано классику, классический. Новый дизайн, старый собор, вкус. Это итальянские кексики такие, пасочки. Они нереально вкусные. Я смотрела рецепт, там это все не так просто. Поэтому легче купить, чем самой сделать. Вот такой кексик сейчас покажу вам. Сейчас мы его разбабахаем. Красота какая. Пробовали когда-нибудь? Паннеттоне, видите, там с сухофруктами разные. Изюм запихаем туда обратно. Вкусный. Ну и немного почвакаю вам. Вкуснятина. Успела ТикТок снять, как я хрен ела. Он такой ядреный. Вот не знаю, с чем это связано. Пробивает до мозгов. Но все равно ешь. Как так? Не понимаю. Ну прям ядреный вообще. Там чуть-чуть, и у меня уже прям слезы, насморк. Ладно, чвакать я люблю перед сериалом, а не перед камерой. Это я так вам показала, что он правда вкусный. Пойду чвакать в удовольствие. У нас тут ремонтируют улицу. Сейчас время сиесты. Это, ну, время с 2 до 5. Время сиесты, когда все спят. И я взяла с собой Чарли. В надежде, что все стрелятели будут отдыхать и спать. Ну, кто петарды разные впускает. Поэтому сейчас схожу в русский магазин за мойвой. Я-то планировала с подругой дойти туда, да. А она, у нее другие дела были. И, в общем, вот так вот как-то. Ну, ладно, прогуляемся заодно. Вот. Потому что, когда заканчивается сиеста, с Чарли гулять уже невозможно. Он боится все эти выстрелы, стрелялки. Я вчера вот гуляла со всех щелей. Рвались эти выстрелы. Вот. Ну, по городу будем гулять. Что делать? Что-то как-то похолодало, что ли. Мне прям как-то холодно стало. Или я дома чай горячий не выпила. Точно. Вот. Поэтому нос замерз. Сейчас маску буду надевать. Нос мерзнет. Смотрите, симпатичное платье какое, да? Не пойму, какая цена там, ну то ли 60, то ли 70. Вот тоже интересное. Пальтишко. Витрины так украшены. Сидит, ждет, лапа моя. Пока не стреляют. Видите, какая у нас тишина. Сегодня утром здесь было столпотворение, а сейчас тишина. Хотя вот некоторые магазины открыты. Но в Испании настолько привыкли, что в обед все закрыто, и что даже не закрыто, сиеста, они привыкли отдыхать, что по магазинам просто-напросто никто не ходит в обед. Даже смысла нет открывать их, потому что, ну, видите, улицы пустые. А утром здесь было не протолкнуться. Так что вот так вот.
В обед здесь все кушают, а потом идут спать, отдыхать. Это только мы шатаемся. Потому что спросила у Кристины, она открыта вроде бы. И вы знаете, наша провинция правильно сделала, когда нас закрыла перед Рождеством. То есть мы наши сидели в закрытых городах перед Рождеством. А вот, например, Каталуния, они сейчас закрыли на Рождество. То есть у них опять полезли вверх зараженные, и они сейчас закрываются. А мы, наоборот, открылись. И в нашей зоне как бы нормально все, все хорошо. Ну, конечно, если... Все уже, наверное, слышали про, ну, что вирус мутировался там в этом, в Англии. Ну, хотя вы знаете, в Испании летом он тоже мутировал. Немножко так, чуть-чуть. Вот. Но вот что в Англии, там вообще, что все, многие страны закрыли, нельзя туда летать, в общем, пипец. Новости послушаешь, лучше бы их не слушать. Но вот я сегодня читала, что в Испании этого мутирующего вируса вроде бы как не было, нет случаев. Вот. И вот сегодня скажут, закроют от Англии Испанию или нет. Потому что многие страны от Англии закрылись. Кому что, а я вот смотрите, какой костюмчик интересный. 28 евро. И палантин 6 евро тоже. Прикольный цвет такой. Мне что-то вот цвет такой вот привлекает на данный момент. Не знаю почему. А вот эти жилетки, вот такой вот принт, мне как-то по-деревенски напоминает. Не знаю, почему-то не нравится. Хотя он сейчас тоже в моде. Ну, судя по витринам. Недорогой магазин такой. Видите, вот, например, свитер 16 евро уже скидками. Такой платье-свитер. Вот жилетка, помню, искала. Смотрите, 13 евро, какая интересная жилеточка. Тоже цвет какой. И рубашка такая 16 евро. Даже симпатично смотрится. Как вы считаете? Мне очень нравится. Кому что, а этому понюхать. Час до первого выстрела бабахнет и сразу пойдешь на ручки проситься. О-хо-хо-хо. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Там елка наша стоит, надо как-нибудь ее ночью прийти посмотреть. Здесь очень витрина красивая, здесь хамоны продают, колбаски всякие. И смотрите, прикольно. Такая елочка, вино. Мы здесь сестре всегда, когда она приезжает, хамоны берем. Она в Россию везет. Уже второй раз сюда прихожу за сегодняшний день. Это у нас румынский магазин тоже. Вот АБЦ. Что-то он сегодня тоже был закрыт с утра. Странно. Иду и понимаю, что не собака для нас живет, а мы для собаки. Выбираю время, когда бы пойти, чтобы не стреляла, чтобы он погулял. Чтобы там забочусь, да, думаю. Вот так вот, собачники меня поймут. Ой, потому что жалко, если будет дома сидеть. Если... Как же он так без прогулки? Потому что он сегодня утром, я когда выходила, он вперед меня выбежал. На улицу, представляете, как захотел гулять. Потому что жалко мне все равно его... что он сидит один там дома, спит. Очень интересно. Я сама так не люблю время проводить. Теперь жарко. В общем, куда я еду? У меня муж, короче, там переехал в другое, как скажем, рабочее место. Наве называется. И вот он все мне, когда ты что-то не приедешь, посмотришь, там ля-ля-ля, ты поля. А я ему говорю, что
Что так поздно, где был, что делал? Мы там строим, мы там что-то не знаю, что они делают. А вот ты даже типа не интересуешься, не хочешь приехать посмотреть. Я говорю, что я туда поеду, что мне интереса? Никакого нету. Ну, потом думаю сегодня, говорю, ладно, поеду посмотрю. Я позвонила сейчас, думаю, а то сейчас приеду, а их там нету. Вот, позвонила, говорю это, что, ты где? Я вот, да, на Наве. Я говорю, а он, а что? Я говорю, да ничего, просто это, чтобы Чарли дома один не был, я пойду гулять. Типа, я же вечером Чарли с собой не беру. А, ну ладно, ну вот приехай, посмотри. Я говорю, не хочу ехать куда-то. В общем, сюрприз хочу устроить. Раз уж вышла на улицу, то убьем двух зайцев, как говорится. И съезжу, посмотрю. Уважу, скажем так. А я ему говорю, вот, а ты ж тоже в парикмахерскую ко мне не ездишь? Он говорит, сама не хочет, чтобы я туда ездил. Ну, а что ему там делать? Там женщин у меня, которые там, да, не в приглядном состоянии, скажем так. У них там, мне там бутылка с водой мотыкляется туда-сюда. В общем, что там делать? У нас бабский коллектив, коллектив, общество. Нечего там мужикам делать. Нет, у меня бывают мужчины на стрижку, там все дела, мужья моих клиенток, но все равно, вот, поэтому у нас тут новую авениду тоже построили, прям вот так вот, надо на обратной стороне, когда, вернее, обратно буду возвращаться, там проехать и позаснимать. Вообще наш город прям так расстраивается, застраивается, да, расстраивается, в общем, большим становится. И прям столько новых районов буквально на глазах строится, что прям... Ой, тут гляньте, тут вот тоже сделали. Тут раньше не было кольца, а сейчас вот кольцо сделали. Круто! В общем, еду сюрприз делать. Посмотрим, чего, почем и как. Кошка, смотрите, у нее котятка, она напала на моего Чарли. А Чарли от нее убежал такой весь бедный. Давайте на руки возьмите. Бенаки! Смотрите, как она. Она прям на него напала. Вот у нас новая авенида. Вот это. De la Esperanza. Надежды. Кстати, названа в честь вот этой вот ковида. Прикольненько там, интересненько так. Тут, знаете, была такая дорога непонятная. В общем, район такой, ну, никакого района не было, вот только с этой стороны были дома. А там у нас построили буквально в прошлом году этот автобусную станцию. И вот, видите, сделали двухстороннее движение, пальмы посадили. В общем, наверное, построят что-то там еще, я уже не помню. Что, ну, вот так вот красивенько у нас стало. Уже едем домой. Тут Чарли делал чучи. У него закончились палочки всякие, вкусняшки его. Купила мойву. И чай новый. Ой, кстати, чайник налила, а не включила. Чай какой-то вот. Черный чай. С ярким ягодным вкусом, ароматным летнего вечера. Ну, тут черная смородина, все фрукты такие, ягоды черные. Пока пахнет мойва копченый. Как вкусно пахнет. Пирамидки. Я больше люблю пирамидки. Там хоть видишь, что почем и как. Так, где моя кружка? Ой, как мойва пахнет, обалденно. Завтра картошечку наварю в мундире, друзья. И с мойвочкой. Пахнет нереально. И с мойвочкой, как намоюсь. Так, ладно, буду заваривать чай и отдыхать. Вот, попрошайка уже пришел. Чувствует. Сид. Сид. Тумба. 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 Но, тумба. Тумба. Тумба.
Тумба. Тумба. Тумба. Ай. Но, но, но. Это не вали. Тумба. 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 Тумбате. Но. Тумба. Скажи, хоть так вот завалюсь. Muy bien. Чикитура. С характером. Кошка прям на него кидалась. Я в конце его закрыла в машину, потому что, знаете, я его на руки уже взяла, она к нему вот так подходит, вся вот так вот, вся вот так на него. Я вообще кошек боюсь. Вот честное слово, собак не боюсь, а кошек боюсь. И говорю, нафиг поехал я отсюда, у тебя тут опасно. А у кошки котята 4 штуки, поэтому она так себя ведет агрессивно. Вот так вот. Я знаю, характер... Кошки, они характерные, вот такие вот. А там они еще полудикие, поэтому ну его нафиг. У нас уже потемнело, пойду праздник включу. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Все, напелся? Опять насвинячил. Все, включила праздник. Люди еще не включили. Ой, у нас тут розовый рассвет. Ой, рассвет, закат. Пойдемте на крышу посмотрим. Какой он там красавый, красивый. Ой, как красиво. Ну, вам не особо видно сейчас. Ну, красиво. Кстати, вы знаете, что сегодня Юпитер и... Блин, какая же другая-то планета. Нептун, что ли? Соединяются. Это... Впервые за 800 лет. Представляете? Где-то там. Можно будет увидеть сегодня ночью. Блин, а как же все увидеть-то? Что-то пока не видно. Ну, где-то там, сказали. Я вычитала. Впервые за 800. Следующий раз это будет в 2080 году. Представляете, впервые за 800 лет. 800. А кто же им рассказал-то об этом, а? Смотрите, как там тоже красиво розовый, видите? Так прям голубое и розовое вообще. Лепота. Так, ну слушайте, надо бы это посмотреть, внимательнее быть. Холодно, кстати, однако, знаете. В общем, Испания с Англией тоже закрыла все рейсы. Не знаю, насколько, но, короче, Англия... Хотя потом читала, что на Гибралтаре, это же тоже кусочек Англии, уже есть случай вот этой новой, нового, как бы, как мутированного вируса. Но вроде бы прививка от него все так же может защитить. Вот. Хотя эта зараза, она мутируется постоянно, потому что, я говорю, летом уже тоже передавали, что происходила мутация. Ну вот, пока прививка вроде бы... спасет, а там поживем, увидим. Блин, как все это надоело, если честно, уже прям сил нет. Когда же это кончится-то? Что-то затянулось все это, правда? Красота какая. Слушайте, ну где же это Юпитер, а? Луна, подскажи мне, где Юпитер? Где-то, блин, ну небо, ну и просто оба... Вот видите, струляют. Сейчас Чарли быстро побежит отсюда. Хотя он крышу считает своим домом, и ему тут хорошо. Чё, ты боишься? Не боишься? Всё, всё, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не бойся. Ну, где-то там Юпитер должен быть. А во сколько же его надо посмотреть? Наверное, когда темно будет. В общем, да. Если я его увижу, я вам расскажу. Очень интересно. Вам интересно? Хотя... Что там можно увидеть? Звезда, она и в Африке звезда, правильно? Ой, такое это море спокойное, как зеркало. Вот видите, светлая часть, это море. А там прям видно я четкую полосу, это уже небо. А зараза, Чарли не хочет идти гулять. Ну, блин, вообще. Ну, ничего, завтра опять одна пойду. А что? Сейчас пойду на Инстаграм тоже сниму такую красоту. Не попрощаясь с вами. В общем, о том, что найду я Юпитер или не найду, я сообщу вам завтра. А пока пахнет дымом. У многих есть камин, и они все зажигают ночами камин. Ой, как вкусно пахнет. Всего самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.